Ли Крид идет по Сангьону, будет ли он его скушивать, хватай глоток, ай, да, работает, Винсент занимает правильную позицию, первая кровь делает Винсент Вега, М19 открывает счет. Вот так вот ботлейн, который в LTL. А тут Смурф дерется еще против Линдоранга, скачок прожимается. Давить нельзя. По Ли Криду играют с подавлением Кей, даже скачка не прожимает, Винсент пытается его спасти. Но 4 на 2, где же союзники, союзников нет здесь, и Лесник, и хорош лидер. Винсент. Винсент хорош, он в такой ситуации 1-4 смог килл один забрать. И вот про что я говорил, нельзя дать Корка свой ход на пакете, Кей, минус. Да, еще на свышке еще на пол хп прохарачился. И здесь Сангван зашел в лес к стажеру. Очень хочется, чтобы стажер не умирал. Но опять не получится. И Лиза с красным бафом. О, слушай, играет Кей, подавление идет, тут же изрение. Сколько урона, минус Винсент. Ли Крид пытается подъесть, но Ли Крид слишком сильно заведяет, будет язычок еще. Хватай глотай, будет сейчас приплевывать, но окрушение идет по Ли Криду. Также рун идет на Сангьона, пытается выдавить, у него мало здоровья, вот зрение. По Ли Криду идет, ой, ультимейт Кей! И какой ультимейт от Винсент! Но погибает тут же Сёнгван, и погибает Ли Крид, один в один идет размен. Камила закрывает в ульте Лидоранги, и есть хорошие шансы его забрать. Так, снова 2 на 1, узрение идет, ультимейт идет от Камилы, но Лидоранг, сколько урона он наносит, пытается Ликит его подсъесть, но Кей имеет свой ультимейт, Лидоранг смурфа забирает, и Сангьон разворачивается, раскладывается, выход на бокон, 2-0, размен, по стажера будет играть еще Сингуан.